должны понимать, что мы делаем сейчас все возможное, чтобы воспитать нормальных русских детей в школе. У нас постоянно звучит русский гимн, мы увеличиваем количество этих уроков патриотизма, у нас много, большое количество уроков по русской литературе и истории. Но дети отказываются, некоторые прогуливают уроки. Есть те, которые... Вот у нас был случай недавно зафиксирован, когда детям младших классов, немножко, буквально 2-3 человека в одном классе не встали принципиально на гимн Российской Федерации. Мы вызывали родителей, говорили с ними. Дети в старших классах, они очень задают провокационные вопросы учителям по русской истории, потому что они еще знают, что такое история Украины. Понятно, мы убрали это уже давно со школьной программы, но все равно. И мы пытаемся улучшить качество образования в области у нас, но к нам приехали недавно учителя с Дагестана и Бурятии. И тут, конечно, есть проблемы, потому что качество образования, оно сразу ухудшилось. У нас дети жалуются, они не хотят ходить на уроки. И чувствуется, что нет еще этого уважения к учителю. Сейчас будем общаться с их родителем, потому что надо повышать этот весь уровень. Как-то искать новые подходы к детям. Пока вот работаем над этим.